Всем привет! Всем привет! Сегодня я снимаю в парике, потому что я покрасилась и подстриглась, и я не хочу палить вам мою прическу. Поэтому я в парике. Через два видео я покажу вам мою новую прическу. Я потом решила, что нужно поехать в магазин и накупить себе много новой одежды. Ну, хотя бы что-то. И я была в ужасе. Хорошо, что я снимала это на видео. Это видео, понимаете, это видео боль. Это видео про боль. Оно смешное будет, но оно про боль. Ну, я просто хотела купить себе одежду, а из этого получилось вот это. На самом деле, я даже не знаю, какой у меня бюджет будет, но я хочу уложиться тысяч, типа, в 10. Я понимаю, что это абсолютно нереально в Москве, но, типа, вдруг получится. Если получится, будет вообще супер-класс. Поэтому давайте пойдем... А, ну давайте пойдем в Пинко, да, и сразу оставим 1100 там за две шмотки. Почему бы, собственно, и нет? Я думаю, что нужно начинать с Монки. 100% самый женственный магазин, который решит все мои проблемы. Ничего. Без шуток, но это единственное платье, которое мне пока что нравится, которое я в теории могу носить. Если его еще закастомить, то будет, в принципе, вообще нормально. Вот это платье классное, если бы оно было черным. Белое я не ношу. Это просто ужас. У этого платья все просвечивается. Вам этого не видно? Нет, хотя ладно, вам это все видно. Оно просто супер просвечиваемое. Ты идешь, у тебя все будет заметно. Что это за платье такое? Я все понимаю, но этого я не понимаю. А еще у фигуры, конечно, тут есть очень большие проблемы. Даже если это завязать каким-то ремнем, будет не очень. Да, кстати, моя талия с завязанной фигней. Вот это моя талия настоящая. Испытываю ужас от шопинга. Я, конечно, очень извините, но я считаю, что это полный восторг. Не знаю, что сказать. Это очень неприлично. Почему вся одежда настолько просвечивается? Типа, я, конечно, очень извиняюсь, но здесь просто видно все. Я прикрываю руки грудью. Вы можете подумать, что я надела его неправильно, но нет, я надела его правильно. Бирочка вот там, вот она. Это правильно. В чем смысл? Я не знаю, может быть, надо так, но так-то не получается. Все еще пытаюсь быть женственной. Бичимакбум. Это мой малыш, это моя пузика, это мой малыш. Это мой малыш, покупаю одежду для беременных. Смотрите, пузика-то какой. Ай, даже втянуть уже не могу. Все время пузика торчит. Нет, я child free. Ну вот это единственное нормальное платье. Оно буквально нормально по всем параметрам. Не подходит к моим трусам, но это другая история. Короче, вот оно норм. Все остальное, конечно, был полный кринж. Но я это платье прикол взяла. Мне в нем абсолютно никуда ходить не надо, некомфортно. Так оно точно не смогу вылезть на улицу. Хотя, наверное, было прикольно с какой-нибудь черной накидкой, но нет. А у меня, короче, есть еще такая проблема, типа, я мелкая, очень, типа, 12 лет, привет. Поэтому тяжело найти на себе шмотки, которые бы на тебя садились. Ну, буквально ко мне часто подходят 12-летние подписчицы, там, не знаю, вообще, такие, типа, блин, я больше тебя на две головы. И я такая, да, привет, такое бывает. Типа, ну что я с этим могу поделать? Ничего. Ничего. Очередная попытка что-то найти. Вот эта вот юбка, которая не юбка, которая шорт, кстати, прикольная. Мне нужен самый маленький. Блин, здесь 36-й самый маленький. У меня вообще 32-й. Я думаю, оно мне будет велико. Так, кажется, я нашла что-то интересное. Смотрите, это даже юбка. Так, нужен самый маленький. Вот эту штуку еще можно попробовать померить. Ну, топ, конечно, класс. И, кстати, шорты на видео смотрятся хорошо, но в жизни они мне как будто велики. Хотя, знаете, я же смотрю, они реально выглядят прикольно. Может быть, оставить? Наверное, оставлю. Потому что, ну, в принципе, с ними можно с этим рубашками заправлять. Жалко, конечно, что здесь под ремень нет крепления. Так бы, если бы они были вот так вот на мне, то вообще идеально. Но как я могу на это жаловаться? Что я могу поделать с тем, что нет маленьких размеров? Сейчас нет, он будет через несколько дней. А 32-й? 32-й. И 32-й нет, да? Нет. Все-таки я подумала, что в этих шортах буквально там, не знаю, немного нагнешься, и у тебя сразу все видно. Поэтому плохой вариант. А еще я нашла, кажется, дурацкий ковер для своей ванны. А почему с такими вещами вообще не сложно? Посмотрите, насколько дурацкий ковер. Да просто очень хочется взять и положить его в мою ванну. Потому что это идеально дурацкий ковер для моей ванны. Оно у меня слишком цивильное, вот ей не хватает какого-то бреда. Давайте его возьмем. Думала, это как шорты, но нет.
Ничего. Такие тяжелые, пипец, просто неподъемные. Очень тяжелые. Вау, вот это шорты. Вот это класс. Вот эта вещь прикольная, но мне такое вообще не сидит. Ой, какой материал, не очень приятный. Не-не-не. Ну, это у меня уже абсолютно все друзья купили, поэтому не вижу смысла покупать, когда можно у кого-то уже давно, может, будет просто взять и стрельнуть. Но это, конечно, все считаю, что это кринж. А вот эта платье реально прикольная. Но это вообще абсолютно не мой стиль. То есть вот прям насколько возможно. Ничего. Продолжаю безуспешные попытки найти себе какую-нибудь одежду и купить ее. Я считаю, что это восторг. Я здесь уже пробыла 2 часа и ничего не могу себе найти. Ничего. Я тигр хочу порычать. Мне нравится. А мне больше нравится. Я только что испытала неистовый восторг, когда 2 ребенка, год, наверное, по 5, по 7, я не разбираюсь в детях, увидели мою футболку и мой чехол с Бакуго, и пацан такой, типа, а, у нее футболка с Наруто. И дальше они просто стояли, пялили на меня, и такие, типа, а вот я еще, кстати, Атаку Титанов смотрел. Нет, Наруто, это не круто. Вот Атаку Титанов класс. Нет, для меня вот... А, какой-то другой еще аниме назвали, я не поняла. Возможно, они просто пытались что-то с японского на русский адаптировать, но у них не получилось. Нет, я не разговаривала с детьми. Я бы до такого не дошла в этой жизни. Не смогла бы с ними беседовать, но я просто поорала с того, что они демонстративно начали про меня обсуждать аниме. Это просто восторг. Пиз. Просто я. Лицо лица. Вы себе не представляете, как тяжело одеваться, если ты — это я. Абсолютно никому не рекомендую вообще просто быть со мной или я быть, или во мне быть. Вообще, отстой. Вообще все эти 3 варианта отстой. Пис, 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 пис. Я уже думала отчаяться, но я увидела это. Мне захотела купить, но она слишком теплая. Но я ее куплю. Знаете, мои подруги постоянно мне говорят, мне иронично говорят, что мне нужно делать кастом. Сейчас хочу посмотреть, сколько это стоит. Так, ну вот этот кастом стоит 17 800. Такой вот из тигр, конечно. Да, качество кастома за 17 тысяч оставляет желать лучшего. Не иронично, теперь я думаю о своем бренде одежды. Что это вообще? Что? Блин, я не могу. Мне не круто обесценивать чужое творчество, но это же просто очень плохо. Пис. Укладка такая сделана у меня специально. Короче, я пришла из магазина. А вот и мой небольшой улов, который был за сегодняшний день. Конечно, я могла бы гораздо больше вещей найти, но... Нет, я не могла, потому что в магазине одно сплошное дерьмо. Котик маленький, котик, 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 котик! Поцелуй меня, маленький. Меня никто не хочет целовать, какой ужас. Ну хотя бы вы меня поцелуйте. Эвил, Эвил, пожалуйста, не уходи, я все прощу. Черт, ему плевать. Давайте же я покажу вам, что я заказала. Ой, нет. Заказывала я, кстати, в другом видео, и там, конечно, когда видят видео с моими заказами, вы охренеете. Короче, сейчас покажу вам, что мы купили. Это было очень трудно. Ненавижу ходить по магазинам. Топ номер 1. Взяла себе вот такой вот топик из Страдика. Стоит он... Вы видите цену, которая там написана? 700 рублей стоит такой обычный топик. Топик, кстати, классный, хорошо сел на мою... ФИГУРУ. Единственный момент, подчеркивает все прыщи на спине. Но это не проблема топика, это проблема тела. Ты не знаешь, что делать с прыщами на спине? Лот за 1599 рублей. Клетчатая вот такая вот штукенция, которую я планирую носить вместе с топом. Как-нибудь вот так. В принципе, рубашка класс, такой стиль я люблю, это тоже класс. Оцени мой аутфит, пожалуйста, от 1 до 10, друг мой. Imagine, ты покупаешь себе картину, чтобы с ней разговаривать. К этому ко всему я также взяла себе вот такую вот клетчатую юбку. Я думаю, вы понимаете, да, что у меня есть особая любовь, извращенная любовь к всяким черно-белым штукам. Oh my! Цена этой юбчонки 1099 рублей. Как вы понимаете, я не уложилась в 10 тысяч на весь шопинг к лету. Нет. Я пытаюсь заставить себя носить юбки, поэтому покупаю юбку, которая в теории в моем стиле, я смогу ее носить. Кстати, девочки, посмотрите на мою вот эту вот ногу. Знаете, почему она так странно выглядит? Не потому, что это странно выглядит в принципе, хотя это странно выглядит в принципе. Потому что я использовала лайфхак, где сказали, что если у тебя отвалилась краска на ногте, то просто возьми маркер и закрась черным. Вот я закрасила черным, было классно. Было незаметно, пока я в ванну не залезла. А когда я
вылезла такая... Ой. Совсем забыла. Короче, лайфхак с черным маркером для ног, и для ногтей, и для рук. Класс. Все-таки, мне кажется, в одежде, которая даже отдаленно напоминает нечто женственное, я выгляжу ужасно плохо. Мне кажется, мне катастрофически не идут юбки вообще в любом виде, и выгляжу я дебильно. Я не знаю, почему. Когда-то давно-давно я была женственной, а потом что-то пошло не так. И теперь я выгляжу следующим образом. Настолько я нелепа в юбке. Господи, я похожа на какую-то школьную сумасшедшую училку. Хотя, знаете, училки, конечно, класс. Но мне больше нравятся не училки. Я считаю, что не очень круто сексуализировать женские профессии, хотя некоторые учительницы, они прям классные. Но не потому, что они учительницы, а потому, что они женщины классные. Что сказала? Кто понял? Я не поняла. Поясните за мои слова. Взяла себе еще одну вот такую рубашку, которую могла бы скастомить сама, и это было бы дешевле, чем 2999. А еще, возможно, здесь была скидка, но я покупала не по скидке. И вообще, я только сейчас заметила, что здесь ценник был раньше оранжевый. Кажется, случился наебав. Они неплохо так сочетаются. Приоденься, что ли? Сейчас вы увидите леди городская сумасшедшая. Вот почему вот так мне нравится ходить? Что со мной не так? Почему я нахожу это реально прикольным, интересным? Ваушным, необычным, красивым, великолепным образом. Если вы знаете, ответьте, потому что я не понимаю, но мне кажется, это реально круто. Это прям вау. Не хватает только короны. Сама себя короновала, сама себе королева. Мне нравится. А вот так мне, кстати, уже не нравится. Так я похожа на чувака, который приехал отдыхать. Класс, отсас. Там есть еще что-то странное у меня в пакетах. Но вот здесь на самом деле одежда, которая мне уже реально нравится. Смотрите, какие брюки приколдесные. Брючки, конечно, такие. Рабочего характера. Они, кстати, мне невелики. Это а-ля супер-мега-оверсайз и специально так выглядит. В таких брюках чувствуешь себя сразу самой крутой, потому что ты чувствуешь власть. Знаете, кто много занимает место пространства, тот у нас автоматически считывается как такой классный доминирующий чел. И в таких огромных группах я себя чувствую не то, что классным доминирующим челом, да я чувствую себя главным доминантом. Просто что это? Я считаю, это класс. Я купила некую вещь, которую, в принципе, наверное, ни один норм чел бы не купил, потому что изначально она стоила почти 5500 рублей, а я ее купила со скидкой за 200. Знаете, что это за вещь? Да, это, блин, портупея. Да, да, ничего не говорите, мы все прекрасно понимаем reason того, что я ее взяла. Я ее даже не мерила, я не уверена, что мне подойдет. Я не знаю, как вы, а я часто делаю спонтанные покупки, ничего не меряю. Я, которая несколько часов назад в магазине перемеривала все и вскрывалась максимально. Уверена, такую штуку на Алике можно было купить рублей за 200. Интересно, а крест-накрест ее можно здесь надеть? Странно. Я бы сказала, даже не странно, а плохо. Да, так ее носить явно не лучший вариант. Хотя, знаете, если ее можно было бы носить накрест, было бы класс. Кстати, если кто-то найдет меня портупею, как на костюме у Качана, я буду боюсь в этой портупее на каждом видео. Так что, если вы вдруг когда-нибудь где-нибудь найдете оранжевую, не красную, обязательно киньте в меня. Мне нужна крестообразная портупея оранжевого цвета. Ладно, так тоже неплохо. Ой, да не то, что неплохо, так прям очень круто даже выглядит, я просто не видела себя в зеркало. Но передайте, пожалуйста, моей маме, что я не пожарный и не сотрудник службы, не знаю, аварийных каких-нибудь, я не работаю в канализации. Хотя, можно ли сказать, то, что я работаю в канализации, учитывая, что я блогер? Ура, обесценивание всех работ и профессий. Сейчас у нас с вами будет фэшн-урок, девочки мои. Как сделать так, чтобы все думали, что ты настоящая модель, королева моды и самая главная идейная муза-вдохновительница лучших домов моды этого мира. Берем какую-нибудь ярко-контрастную вещь. Обязательно надеваем корону, потому что корона подчеркивает наш статус. Надеваем какие-нибудь большие шаровары и что-нибудь в облегон, чтобы все видели, что мы такая, типа, постироничная дива. Фэнси, фэнси. И надеваем какую-нибудь одежду, очень яркую сверху, потому что многослойность – это класс. И таким образом, незатейливым, у вас получается настоящая дива-повелительница Fashion Week. И если бы в таком виде я бы пошла на Fashion Week, все бы камеры были мои. И вообще все бы были мои. Ха! Нет, ну а чё? Нормально выглядит. Реально, вот думала, сделаю какую-нибудь хрень, типа смешно, шутка не смешная. Напишите в комменты, какая я бэч. Но нет, выглядит реально круто. Сочетание портупея с этой хренью, на удивление, оказалось здоровским. Корону я тоже оставлю, корону мне нравится. Бум. Вот эта вещь стоила 7500 рублей.
7500 рублей! Бля! Я не знаю, я бомблю с того, что все такие начали резко любить аниме. И при этом я такая думаю, ну блин, надоели бренды реально, которые постоянно такие резко полюбили аниме. И сама, ой, я вижу пиджак за 7500, я его куплю, ведь там, мать его, аниме! Но, кстати, пиджак выглядит класс. Жакеты. Я люблю жакеты. Фу! Почему он воняет? Он рил воняет. Ой, девочки, нет, вот это вот, конечно, классно выглядит, но воняет так, что пипец. Я запахи почти не чувствую, смотрите, я раздеваюсь прямо на канале. Я разделась, чтобы одеться, не думайте лишнего. Пока еще этот канал не настолько оскотинился. Че я там говорила? Ну, жакет, конечно, класс. Он выглядит, как будто это какое-то кимоно, в нем я и поеду на днях с ребятами в Питер. Выглядит прям вообще супер. Еще бы не вонял. Не понимаю, как так получилось, что эта вещь вся помялась. Надеюсь, он не из тех категорий, которые мнутся от того, когда это их надеваешь. Мне бы не хотелось, чтобы эта вещь мялась максимально. Знаете, за 7500 уж лучше бы и не мяться этой одежде. А сзади там вот такая вот красота. Кстати, с этими брюками выглядит не так уж и плохо. Я сначала подумала, что-то странно выглядит, но сейчас я понимаю, что мне даже нравится. Стильненько. Да, коты. Как мало им надо для счастья? Всего лишь пакет. Зашла в твое, купила себе одежду, потому что мои друзья у меня наныкали одежду со съемки. Я же типа русская Круэлла, если вы не знали, меня выбрал сам Дисней. Такая девчонка успешная, конечно, была в коллаборации твое и СКЛВ. Это ювелирка. Круто. Была, короче, тут вот коллекция, и я ходила в магаз, покупала друзьям ее. Я уже ходила в магаз, я уже забирала одежду со съемки, и у меня буквально друзья ее выцепили, поэтому мне пришлось пойти и купить самой. Я купила, короче, свои самые любимые вещи, купила эти брюки, купила этот топ. Топ, кстати, 900 рублей, стоит, видите, ценник на мне. Не реклама. За рекламу уже было уплочено. Ну что, дорогие мои друзья, мои сладкие малыши, я поехала, короче, собираться в Питер. Всем пиз, миру пиз, одежды, магазины. Давайте, пожалуйста, что-то более нормальное, а то неприятно. Заходишь в магазин, хочешь себе что-то купить и понимаешь, что на Алике вещи лучше. Ну, только не те, которые я покупаю, потому что я покупаю с Алика почему-то вечное говно. Я не знаю. Кстати, посмотрите видео последнее с Алика, я там свои засветила.